Вот мы и пришли на барахолочку, которую сейчас я вам сниму и покажу. Напоминаю, что мое видео о такой подобной барахолочке под Бенидормом. Очень много смотрит людей. Ну, кому интересно, конечно. И просят снимать все. Так как мы приехали сюда сегодня отдыхать, я вам параллельно еще сниму, что продается в этом городке, который называется Салинас. Ой, смотрите, какая красота. Ой, хватит ли у меня памяти с такой красотой все снимать? Офигеть. Вот я обожаю эту всю старину, а. Ой-ой-ой, сколько всего. Слушай, такого количества не было на этом, на барахолке под Бенидормом. Такой старины, вот, такого количества именно ассортимента. Смотри, часики какие. Ай-я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 й. Я часики не вижу, солнце. Вот что нашел. Самострел какой. Настоящий, но бьет всего на полметра. О, покажу вам. Офигеть. И сколько стоит? 15 евро всего. Вот такая красота. Ручной работы. Ой, стрела упала. Ничего себе. Вот это да. Бомба. Ой, какое все старое. Посмотрите, посмотрите. В Бенидорме я не видел ничего подобного. Ой-ой-ой. В Праге есть рестораны, которые всем таким старьем, как бы старожитность называется, да, делают под сельские ресторанчики, пользуются очень большой популярностью у иностранцев. И я любил туда хаживать. Но, к сожалению, не снимал. Ой, чудес сколько. Ой-ой-ой, какая красота. Все бы купил. Только куда ставить? Жидока. Ну, пойдемте дальше посмотрим. Нас уже потеряли. Изделия различные из глины. Ой-ой-ой. Под молочку. Вот часики, смотрите, какие песочные. Но это же явно, это не подделка. Настоящие часики древние. Ну, как древние. Ну, смотри, какая красота. Офигею с этого просто. А вот еще. Деревенская. Ну, это точно не китайцы делали. Батарейки сели. Что, решили купить, да? Алло? Раскрутили? Космонавт. Привет. Тут же можно опять всякое-всякое барахло перекусить. Ну, пойдемте дальше. Здесь не такой большой рынок, как под Бенидормом. Столик ручной явно работы. Смотрите. О, лампу мужик купил. Монетки. Одному евро. Все одно евро. А вот вы мне скажите, вот у нее что, до сих пор кассетный магнитофон? Офигеть просто. Никогда бы не подумал. Нашел себе древний штатив. Офигеть, блин. Все металлические части, блин. Бомба просто. За 15 евро. Просто бомба. Ретро.
Как ровно двигается все хорошо. Надо же. Офигеть. Силк. Любой инструмент, ну как любой, относительно. Вот такой вот деревенский рыночек по воскресеньям. Зачетный крест. Ну вот уж точно старенький. О, камеру нашел. Офигеть. Раритет. За 25 евро отдают. Бентисинку. Вот такие чудеса, ребята. Разбирают летние стульчики за 7 евро всего. Народу как будто в войну за хлебом. Смотрите. 10 евро вот такой вот стульчик. Раскладушечка на пляж. 15 евро. Жесть. Короче, на этом рынке сегодня я обнаруживаю уже вторую камеру. Офигеть. Да, они, конечно, уже не востребованы. О, бомбу нашел. Старые пластинки. Вот, даже вот такая вот хиромантия продается. Проектор de transparencias. De documentos. Poner documento, proyectar, verse más grande. Забыл, как по-русски называется. Gracias. Проектор, ё-моё. Уна евро? Смотрите, вот такая вот фигня классная. Домой. Всего 1 евро вместе с щеткой. Бомба, просто бомба. Ё-моё. Я бы купил. Сейчас пойду жену спрошу. Надо и не надо. Мне надо. Короче, всякое барахло. Часть из них стаскивают цыгане сюда все. По помойкам, наверное, подбирают. Ну, как обычно. Телевизоры, отжившие свой срок. Дошли к старинным вещам. Это все вот все ручками сделано, да, было тогда еще? Да. Сколько лет? 100 лет назад? Приблизительно, да. Офигеть. Да, раритет. Ловчики, да, здесь. Во-во, сюда иди. Вот, вот, вот здесь вот. Вот здесь вот. Пошли. Никакая. Пекенья, блин. Маленькая собачка. Ола, амиго. Ну что, познакомим? Ой, какая маленькая, маленькая. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот так вот мы гуляем. Такой у нас сегодня выходной. Разные монетки классные. В том числе коллекционные. И плюс... Плюс я вот в этих делах чуть-чуть шарю. Китайские подделки здесь очень много. Я это знаю. Но в таких вещах могут проскакивать и римские монетки. Вот мне лично этот рынок даже больше понравился, чем под Бенедормом. И он оказался не таким уж и маленьким. Лариса, все у нас по всяким разным... Сколько? Не дешево, 25 евро. Ну так с красного дерева эти индусы, наверное, делают. Красное дерево? Ну думаю, да, это индусы, скорее всего, делают. Скорее всего, красное дерево. Да, да. Дорогой, идет, поэтому, конечно. Ребенка продают. Кванто? Кибиндес кебали. Кванто? Прайсио. Это нам могла бы кохать. Эли! Эли! Вот смотрите, какие часики зачетные. Вот это уже не часики, да? Там уже, по-моему, все сперли или что это такое? Я не понимаю. Какая-то пружина, да?
А вот это реально, часы. Не знаю, сколько стоит. Не буду спрашивать. Что толку? О, Дон Кихот. Ох ты какой. А Дон Кихот, а где Санчо Пансо? Ох ты какой. Кванто? 5 евро? 5 евро всего. Дон Кихот вот такой. Это Мадера? Мадера? Вроде это дерево. А, не-не-не-не, это литье. Зачетный я. Зачетный. Все бы купил. Ну, можно прикупить, конечно, и мебелюшку для дома. Не буду спрашивать, сколько. В общем, вот такой вот зачетный рыночек. Вот от такую фигню нашел древнюю, обожаю. Мы можем найти ее. Тысячу ват. А если не найдем? По 5 евро в мусор выкинули. За 5 евро. Маден Германии. 1000 ват. Переносная. Просто бомба. Он тебе вернет деньги. Ага. Найду я его на следующий. Поеду я сюда за 60 километров. За 5 евро на следующей неделе. Короче, бомбу для себя вот такую нашел, но брать не буду. Потому что... 5 евро. Не будешь брать? За 2 возьму. 5 евро. Интернационал это? Pop Rock, Poco Camel, Yesterday, Alan Parsons Project. А una quanto? 2 евро cada uno. 2 евро. 2 евро. 2 евро каждый диск стоит. Можете вот смотрите. Приехать купить. Jetro Tool. Офигеть. Magna Carta. Músicas. Sí.